Бабуля, у тебя скоро юбилей. Что тебе подарить? Я говорю, ой, внучата, знаешь, я вот всю жизнь мечтала прыгнуть с парашютом. Он, купите мне вот это вот абонемент на парашют. Старший внук мне говорит, бабуль, ты чё, это ж дорого. Ты и так скоро там на небе бесплатно окажешься. Я думаю, да. Возраст есть возраст. Ты понимаешь, фасад может быть еще и свежий, а фундамент-то при Хрущеве делали. Да, конечно, я сейчас уже не могу сидеть на шпагате. Зато я могу сидеть с младшим внуком, чтобы моя дочка на работу вышла и за ипотеку рассчиталась. Да. Я уже не могу, как гимнастка, сделать колесо. Но когда мой младший внук засунул себе в нос вишенку и стал задыхаться, я помчала его на машине к врачу. По дороге проткнула колесо, уже ночь была. На дороге никого нет, так я сделала это колесо. Одна, без домкрата. И самое обидное, что мы когда прибежали к врачу, внук чихнул, вишенка выскочила, и он мне говорит, на, баба, угощайся. Понимаете, главное в нашем возрасте хотеть жить. Вон у меня подруга все время жалуется. Ой, спина болит, ноги болят, зрение падает, мелкое не вижу. Я говорю, слушай, ну что ты все стонешь, а? Ну, пенсию свою видишь? Она говорит, да. Я говорю, ну и что врешь, что мелкое не видишь?